Вот тут у нас самых с тонкими ушами нет, пойдет. Это знаете, когда записки. А записки там или прочие вопросов нету, да? Хорошо, хорошо. Я сам буду отвечать на незаданные вопросы. Творчество, Вадим Петрович. Не понял? К собственному творчеству как относитесь? А с уважением. Ну, честно говоря, когда напьюсь, всегда служу только себе. И в этом нет момента самолюбования, потому что, вы знаете, ну, тут все люблю, ну, вот, Наташкин, я вот люблю, допустим, и Дафф, там, дочь American Freudshop, да, и Крафтверк, и люблю, и Spooky Tools, там, 68-го года. А когда ты пишешь альбомы, у меня удивительная способность. То есть я могу всю вот эту музыку, которую я люблю, реализовывать собственной музыкой. И, конечно, она, ну, мне интересна. Не знаю, но мне нравится слушать. Было бы странно по-другому. Но в этом нет момента самолюбования. Из молодых музыкантов кого-нибудь слушаете? Что-нибудь такое новое? Открыли? У меня пятерка моих любимых музыкантов, она вся из города Барнаула. На первом месте Слава Кобзарь, группа Кобзарь. На втором Территория, у вас Сват. На третьем Настя Артемова. На четвертом Дядя Го. И на пятом Теплая Трасса. Вот так вот. Слушай, а какая первая песня написана? Что первая написала? Алиса, июльский полдень золотой. Не, а именно тобой написано. Сочиненная первая со стихами. Да, июльский полдень, Катя, спой. Не-не-не, давайте не свою спою песню. Давайте я спою чужую песню. Короче, я заканчивал Новосибирский электротехнический институт. Знаете, в один год со мной его заканчивали Дима Ревякин, это радиотехнический факультет. Я заканчивал ФЭТ, факультет электронной техники. Дима Селиванов заканчивал МСФ, машиностроительный факультет. То есть вообще Нети наш выпустил гораздо больше музыкантов, чем инженеров, как потом оказалось. Да. Вот. А был у нас такой друг, Вовка Петров. Он учился в Сибстрине, ну, в строительном институте. И это был, наверное, 83 или 84 год. Вовка приходит, говорит, я сочинил песню. Сейчас Володя владелец бензоколонок и стоматологических кабинетов. То есть он как бы, ну, вы знаете, что яйца в одну корзину не надо класть. В общем, он поэтому так очень разумно. И вот мне настолько поразило, насколько Господь его любил. То есть он ему подарил в 84 году пацану, которому было 20 лет, да, мы 64 года все рождены. Но он выбрал другой путь. Мне таких подарков, к сожалению, не было. Все, что я сочинял, сочинял сам. Послушайте, что сочинил Вова вот в 84 году. Мне очень нравится песня. Что оставил на том берегу, навсегда уплывая из детства, что забыл и какое наследство, получить я теперь не смогу. Торопился уехать, спешил, взять багаж я тогда не старался. Так чего же теперь испугался? Плотно морщил губу, закусил. Возвратиться, проверить багаж, но уже не пускай обратно. И на том берегу только пятна, в синей резкости словно мираж. Пусть отрицается злое и пошлое, пусть нам останется только хорошее, только подвластное слову единому, чтобы называли друг друга по имени. И остается по-прежнему жить, вспоминая и мучаясь тайно, что забыл в этой жизни случайно, что теперь не вернул, не купил. Возвращаясь
багаж, но уже не пускают обратно. И на том берегу только пятна, с синей резкостью словно мираж. Пусть отрицается злое и пошлое, пусть нам останется только хорошее, только подвластное слову единому, чтобы называли друг друга по имени. И мы променял на сраный бензоколонку.